И у нас в гостях тоже ребята, вот узнают сейчас, сладкоежки они или нет, но то, что у них очень сладкое название группы, это точно. Кавер-группа Джем у нас сегодня в гостях. Доброе утро, ребят. Всем привет. Ребят, ну что, сладкоежки или нет? Да. Как пришло в голову назвать группу именно таким сладким словом Джем? Потому что это вкусно, это стильно, а что еще можно? Джем – это стильно. Джем. Вау! Потому что джем это не только... Это не варенье! Это музыкальная аббревиатура. Чего? Микрофон передайте. Да. Давай. Взялся за микрофон, говори. В музыке джем это понятие такое, что собираются музыканты, играют разную музыку, сочиняют ее на ходу. Такое а-ля баттл, да? Да, да, да. Это... Так что это не только сладкое. А вы сегодня тоже музыку будете на ходу сочинять? Да, практически. Сейчас наше ранее время. Ребят, ну, не знаю, такой вопрос. А какой у вас любимый джем? Есть ли джем, который является брендом вашей группы? Да, и мы не могли прийти с пустыми руками, как раз таки, в студии сегодня, и принесли баночку вкуснейшего нашего фирменного эксклюзивного джема, и хотели бы вам ее подарить. Я чувствую, что у нас сейчас руки будут полные. Да, а это какой джем? Это какой? Это покажи. Брусничный. Брусничный? Бруснику джем. Собирались сами? Покажи, Мариночка, покажи. Да-да-да. Сами по лесу ходили. Сами по лесу ходили, потом сами сахаром засыпали, варили. Конечно. Пенку снимали. Ну, и давай послушаем песню. Да, ну, ребят, давайте уже споем что-нибудь. Давайте. Мы будем есть, а вы пойте. Пойте. Все, дали слово. Друзья, пускай новогодние праздники уже прошли, мы бы хотели исполнить песню, в которой нет ни единого слова про Новый год. Опа. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать, не умирать. И давайте вместе с нами. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Еще раз. Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь, иметь или не иметь. Браво! Спасибо. У нас а сказали, что сами будете сочинять. Я слышала эту песню. А знаешь что? Кавер-группа Джем, где есть перкуссия, где есть вокал, где есть гитара и где есть два человека, которые едят джем. Телохранители. Нет, нет, они едят джем. А, ну да. А нет, они собирают бруснику. Вот кто собирал. Они собирают рыбарь. Ну что ж, друзья, большое спасибо за позитив. Понимаю, что все ваши инструменты невозможно сегодня принести. Большое спасибо за хорошую утреннюю песню, которая всегда поднимает всем настроение. Кавер-группа Джем в программе «Наше утро».